Здравствуйте, с вами Fluttershy 13, и мы проходить The Trap Source. Ой, The Trap, точно. Приказы для Half-Life 1, Западня. Уже комната Б, секции 6. Паранормальщина. Какой-то паранормальный мир, параллельный или что-то. Какая-то херня уже происходит. Что-то взрывается. Так, у нас это. Куча чего. Как орёт вообще. Нереально. Очень орёт. В этих наушниках новых, кстати, все орёт так просто. Я не слышу своего полностью погружения в игру. Так, что взрывается вообще? Ладно, давайте изучим это место. Автомат. Че? Турель, блин. Даже звучит ничего не дает. Как громко. Все, успокоилось. Спасибо. Так. Че еще тут есть? Кнопка выхода, да? Поток выкл. Понятно. Ничего не понятно. Понять что-то не хватает. Текущий лидер тестовых камер. По состоянию на 455500678 стандартного галактического времени. На 6-м месте номер 56 ITA. Италия, наверное. Сектор 4. Комната B. 51. Это из США. Сектор 4. Комната С. Потом 5. И на 6 я. И вот этот. Офигеть. И еще подлак, конечно, круто. Так, лестница. Так. Давайте изучим, что наверху сначала. Перед тем, как идти куда-то. Че взрывается вообще постоянно? Да до хрена всего тут. Кнопка, вот что. И взрывается вот эта херня, да? Поезд. Окей, что тут у нас? Не, красиво выглядит. Понятно. Сюда можно пройти, а зачем, непонятно. Я знаю. Бомба прям в поезде установлена. Ладно, тут что тут? Понятно. Поток. Я тебя видел. Сдохнет уже, реально. Благо тут патронов до хренища просто. И суперского оружия тоже. Не работает. Ну да, нету. Чтобы открыть эту дверь. Блин, ухо чешется. Так. Блин, мне наушники. Ой, наушники, очки криво ставят. Так, ладно. Чего вообще тут надо? Тут был этот хрен. И больше ничего. Лестница. Ладно, давайте еще раз. Я понял. Как думаете, что? Вот что. Не знаю, зачем сюда надо. Но сейчас узнаем, зачем. Кстати, питание можно отключить, похоже, оттуда. Что ты там видел? И что? И зачем сюда вообще, непонятно. Так. Я так понимаю, что вода поднимется. Перекатить с одного резервуара на другой. Я даже словно могу говорить резервуар говорить. Ладно. Нет. Я на это не подписывался, точно. Чтоб какая-то херня меня, блин, просто укусила. Здесь видели? Ну сейчас ты поздороваешься со мной, тварь. Ты чё вообще тут делала? Тварюга. Вот так-то. Так, граната. Сквозь текстурку. Ну ладно. Граната мне пригодятся всегда. Ща. Я не понял прикола. Почему она сразу не взорвалась? Блин, я... А, чё я туплю? Тупо сюда встать. Вот и все. Все, все достатки. То есть ради гранаты сюда и пришел я, да? И куда видим? Ага. Прикол, да, прикольно. Похоже, я что-то там еще видел, кстати, до этого. Давайте сейчас сюда вернемся. Нафиг вот эта лестница, непонятно. Благо я прикольно умею прыгать. И, кстати, что-то видел. Аж буква. Аж. Аж она точно не сюда. Сюда, наверное. Нет, тут треугольник. Ладно, давайте пойдем в эту штуку. Что там вообще за хрень? И затем это тоже непонятно. Ага. Офигенно сделано. Иначе просто задавило бы. Аккуратно. Ты, что ты делаешь? 15 хп. Ну ты тварь. Поспешишь, людей насмешишь. Или поняшь насмешишь. Или испытуемых рассмешишь, да. Испытуемых. Аккуратно. Ну чё, тварюга, съела? Вы ничего не видели. Я нажал вместо сохранения загрузка. Что? What the... Я не буду мочериться. Ну реально, это вообще херня полнейшая. Как так можно было по глупости сдохнуть? Тварь. Сейв. Вот теперь правильно. Я не успею. Где? Почему я ускоряться не умею? А, я и так же ускоряюсь. Я понял зачем. Надо обратно вернуться. Чтобы взять вот эту штуку, которая там. Аккуратно. Вот это. Просто придумано, просто от бога. Теперь опасно. Особенно, что меня не продавило. Окей, в чем прикол? Как я туда попаду? А! Автосейф еще тут, да? Ну ладно, автосейф так автосейф. Что? Это шутка такая? А! С помощью этого можно сломать было. Блин, хикраб тут еще был. А что за херня? Я все понял. Бам-бам-бум-бам-бам. Спасибо. И ради вот этой эмблемы я сюда прошел. Амулет. в виде песочных часов. Понятно. Ну, чё сказать. И обратно возвращаться тем же путем. Что же еще тут скажешь? Это было просто по глупости. У меня просто нос зачесался. Я прям в эту ловушку попал. Прям, когда она закрывалась. Но никого не пожалеет. Эта ловушка опасная. Да вы чё, издеваетесь? Прикол в том, что вот та самая первая, она медленнее всех двигается. И я, блин, поторопился. Так она опускалась в этот момент. Можно и так быстрее. Во, все. Больше то не вернусь. Все, амулет у нас есть. Портал не работает. А это работает? Понятно, все, да, с вами. Все. О! Этого я точно не ожидал. Тварюги. Следующий сдохнет сейчас. Убить тебя. Сдох? Спасибо. Да уж, аптечек жалко тут нету. Но зато патрон до хрена на супер оружие. Эй! Пока я там стою, они не падают. Блин, нафиг я так сделал. Ладно, пофиг. Я знаю, что надо сделать. Ва! Окей. И что же тут? Адская херня. Паранормальная. Вот это неприятная водичка. Неприятное местечко. Ага. Подниматься по ней, да, можно? Да, да, да. И ради чего мы сюда? Ради портала? Офигеть. Не, интересно, придумал автором. И что? Где я? Понятно, я вообще в другом месте оказался. Подожди-ка. А ты не то самец, который я не попал в прошлый раз? Блин, так не могу, к сожалению, в одиночной игре. Значит, я посмотрю, что тут у нас. Тут у нас портал. Буква H. Которая что-то делает тут. Ага. Ну, понятно, потом сюда пойдем. Так, что тут у нас? Подожди. Буква H, вот она. Может, что-то запустить должен. Конвейер. Короче, я тут ничего не сделал. Ха, бабахнуло. Ладно. Хорошо. Надо подумать, как включить эту ловушку. Буква, чтобы. Так. Как это сломать? А хотя... Интересно, а можно загородить луч с помощью карьера? Блин. Дебил. Реально. Да иди ты нахрен. Из конца взрывается. Да, загородил лазер. Все, нашел решение. С помощью вагонетки. Все. Я забрал эту штуку. Окей. Не надо взрываться. Не надо взрываться. Спасибо. Не надо взрываться, блин. Прям на грани взрываться хочет. Блин. Херня какая-то. Уже лестница есть, блин. Че это тупо? Все. Букваш у меня есть. Теперь могу проникнуть сюда. Не сюда проникнуть. Вообще нафиг я эту штуку включил. Я думаю, она больше мне не нужна тут. Все. Еще раз то же самое проходим. Ну блин, хватит тупить. Пошел. А тут вообще, в принципе, просто. Хоть этой штуки опасно, но я успеваю. Блин. Я же эту штуку не включил. Точно. Все, хватит. Все, букваж вставляем, короче, амулет. И запустили этот подъем. Все. Другое дело. Надеюсь, он не отключается, а постоянно двигается. Только не знаю, зачем я туда иду пока. Ну, видимо, надо. Так, хватит тупить. Да, проходи. Шар. Непонятно чего. Да? И эта лестница такая заработала, передвижная. Хорошо. Пушка буду держать наготове на всякий случай. Давай. Да, все сложнее и сложнее. Вместе с ней двигайся. Вот так-то. Да, сложно, это сложно. Черепа такие. Ради вот этого амулета я не удивлен. И зачем он вообще нужен? Вот в чем прикол. Теперь можем активировать портал. Ради этого мы это все и делаем. Иди в жопу. Не взрывайся. Нафиг. Все, кнопка доступна. Да пофиг, идите. Портал активирован. Все. Ты продолжаешь все равно взрываться. Ну и ладно. Вот это колбасит меня просто. Пипец, колбасит как. Звуки. Ты чё за херня? Ты чё за херня? Охрененно начало. Ладно, на этом закончим. Интересно, да? Секция С, да. С вами была Fluttershy. Это нас. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ждите следующих видео. Ставьте лайки. И смотрите дальше мои видео. Всем пока. Ей!